конечно, положительные эмоции. Я очень рад остаться в Кирибати еще на 2,5 года, так что сделаю все максимум усилия, чтобы принести только положительные эмоции команде, победы, и я думаю, у нас все получится. Я за эти полгода очень такое эмоциональное, такое, в хорошем плане. Работу мы проделали с командой, с тренерским штабом, так что и коллектив для меня как бы играет немалую роль. Так что я очень доволен.